Та-дам! Купила еще одни чипсы этой фирмы Long Chips. В прошлый раз я пробовала васаби, а это у нас красный тайский сладкий перец чили. Сейчас буду пробовать. Ну вот, чипсы выглядят именно так, как написано, длинные чипсы. И сейчас буду пробовать на вкус. Наверное, очень острый, поэтому мне нужно салфетки подготовить. Вы знаете, даже оно не острое. Очень там слегка дохленько острое, но он очень какой-то сладкий. Васаби был, конечно, намного острее, чем этот перец. Но кушать можно. Как-то необычно. Даже не знаю, с чем сравнить его. Как бы, ну, чтобы попробовать можно.